Делегация Ставропольского края во главе с губернатором отправилась в Санкт-Петербург. 24 мая там начнет работу Петербургский экономический форум. Ежегодно на его площадке собираются ведущие российские и зарубежные компании, эксперты и политики. На форуме у ставропольцев запланированы встречи и переговоры с руководством отечественных и иностранных компаний, регионов страны и представителями зарубежных государств. Прогнозируют подписание ряда соглашений. Как отметил глава региона Владимир Владимиров, край заинтересован использовать возможности площадки, чтобы расширить географию деловых связей Ставрополья и привлечь новых партнеров. Закроется форум 26 мая.